16 ноябрьских студентов получат целевую субсидию на образование. Их кандидатуры были рассмотрены на заседании комиссии. Право на получение выплаты имеют только успешные молодые люди. Если студент – отличник, размер субсидии не более 90 тысяч рублей. Хорошист получит 70 и не более 55 тысяч выплаты для тех, у кого есть одна тройка. Еще одно важное условие – студенты должны обучаться по востребованным в округе специальностям. Это сферы медицины, педагогики, строительства, компьютерной графики и рекламы. К слову, те, кто еще планирует претендовать на получение субсидии в этом году, могут успеть это сделать. Документы принимают в 207-м кабинете в департаменте образования до 15 октября.